Хейо, гайс, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Guacamole 2. Короче, произошла кое-какая херня. Я забыл удалить старые видео, которые я уже снимал до этого. И у меня не хватило места на серию предыдущую. Нет, вы не подумайте, что сейчас будет новая серия, а перед этим вы что-то пропустили. Нет. Мне пришлось просто перепройти игру заново, и поэтому как-то так. Я вкачал все то же самое, что у меня было до этого. Так, ну, в принципе, голос нормально. Думаю, меня слышно и так, и так. Играть, вот, как вы видите, намного быстрее прошел. Во много раз быстрее. Ну, я, скорее всего, что-то, так сказать, попропускал некоторые вещи. Так, нужно немного сейчас управление вспомнить. Ага. Окей. Ну, полетели сюда. Получать новые куриные способности. Вот тут музыка довольно прикольная. Здесь музыка, знаете, в стиле двухдышных игр. Я не знаю, у меня же, по идее, есть, да? Да, есть. В смысле, значительно увидеть. Типа, когда я уже прокачаюсь, да, это? Оп. Изи. Готово. Истинный избранный не ведает страха. Ты отважно бросаешься в бой, но сможешь ли ты также отважно броситься в стену? Шучу, не слушай меня. Но можешь попробовать отскочить от тех пружинных панелей с помощью куриного удара. Пружинные панели. О, теперь они стали нам активны. Это звук как оно? Пинг-понг, да? Или не пинг-понг? Так, нам туда. Ну, погнали пока что так. Все идет идеально, но так как я это уже проходил, я более-менее знаю, что да как. Поэтому можете не удивляться. Ага. И зачем я это все сделал? Скажи, фиг его знает. Но мы получили куриную способность. И это очень хорошо. Бац, бац, бац.
Так, новый навык доступен. А, мы же еще не можем, да, менять меры? Ну фиг, я лучше думаю, нужно деньги прокачать. За комбо, деньги за комбо. Здесь похоронена моя подруга Габриэла. Это может показаться странным, но когда я прихожу сюда, я чувствую, что она тут рядом со мной. И по любому другому мире она будет стоять около него. Ага, приветствую, Хуан. Я Коко. Хе-хе, тебе наверняка пригодится моя помощь. Потому что я хочу научить тебя... Так, ага, особым приемом. Тебе придется выполнить задание в окне умений этап. Ага, и тогда ты узнаешь, что такое настоящая мощь, Хан. Увеличивает силу апперкота. Ну слушайте, это чисто прокачка активных способностей. Ну в принципе, ну блин, нам везде нужны на самом деле для деньги, поэтому... Фиг его, фиг его. Скудные земли. Так, новые враги пошли. Так, отлично. В принципе, можно курицу прокачать, как вариант. Ну снова же, говорю, фиг его знает. Готово. Потому что я специально включал комбо, чтобы, так сказать, получить эти деньги. Да, походу я получу скоро способность. Отлично. Лучидор Хуан живой? Значит, это правда. Это я. Стабай. Кто же еще? Уверена, ты меня помнишь? Как же такую красоту забыть? И все же перед тобой новая Кстабай. Миролюбивая, заботливая. Наверное, думаешь, что без моего бывшего Калаки у тебя есть шанс? Да, у меня никого нет, но... Но нам с тобой не нужно... Не суждено быть вместе. Я тебе не по зубам. Следуй за мной.
О, там еще одна куриная способность. Недавно местный художник нарисовал для меня падение Калаки. Ему отлично удалось запечатлеть его страдания. Хуан, Сальвадор, крепкий орешек. Как он ловко расправился с Калака, я была поражена. Его петушиный апперкут может пробить любую защиту. Но его маска, она убивает его. Но знаешь, есть у меня для тебя кое-что. Вдруг поможет. Какие собачата. Они, знаете, мне напоминают чем-то этих... Альбрих или как-то так. Вот, а помните монстра в храме? Они тоже чем-то похожи, типа дракончик, вот этот ихний на носу херня. Как тебе мой приют для Альбриха? Всех спасла и выходила. Хотя, мне кажется, это они меня спасли. Если хочешь одолеть Сальвадора, тебе это понадобится. Смена мира. Не знаю, есть ли у тебя вообще шанс одолеть его. Но в любом случае, удачи тебе, Хуан. Ах да, и передай Люпете привет. Как же ей повезло. Ага. Пошло-поехало, как говорится. Я понял. Ну, погнали, думаю, сюда, потом пойдем наверх. А, у меня здесь нужна способность жабы. Ага. Ты почти долетел. Так, тут желтый удар нужен. Я понял. Так, пока что все идеально. Теперь мне только нужно будет успевать миры переключать. Не ударили ни разу. Зачем я прыгнул? Так, погнали за сундуком. Собаки гавкают.
Я вот не знаю, как он быстрее, так бегает или так? По-моему, одинаково. Или мне, может быть, все-таки кажется. А почему я там судок не забрал? Странно. А, мне, я сюда не смог залезть, да? Но все равно за вот эти мало дают. За битвы такие. Эль Портеро. А, нихера себе, мне новый облик дали. Ну херня в том, что здесь облики вообще ничего не дают. Мне заново все бежать. Ё-моё. Ладно, полетели. Нужно будет потом не забыть сюда вернуться. Идеально. Побежали, побежали, побежали. Не, походу курица немного быстрее бегает. Все, да? Ну, тут я бы не сказал, что так что-то так значительно меняется. Найс. Колядные деньги, сколько? 12. Бочей. Да ладно. Ништяк, адская курица. Идеально. Ничего не меняется.
Где все пасхалки? О, тихо. О, сундук, найс. Идеально. Идеальненько. Не, курица тоже довольно хорошо в паркуре. Арена. Отлично. Еще прокачал. Всякие смертельные удары. Так, подожди, F. Блин, главное вот не путаться в кнопках. Если я не запутаюсь в кнопках, это будет идеально. Ау. Блык, блык, блык. Плюс увеличенный хп. Блин. Опа. Хорошо, мы немного подыграем Сальвадором. Но все же давай не забывать, что мы здесь ради того, чтобы украсть золотое яйцо. Долго мы ему прислуживали, не будем. Клянусь клеткой, в которой меня однажды посадили. Я никому не позволю встать у меня на пути. И уж тем более, этому психоватому лучадору. Пускай леденец от кашля пососет. Иногда ты слишком добр к окружающим, как Туардо. План таков. Я проникаю в золотой туалет и впущу тебя внутрь.
Прошу прощения, мы тут вообще-то над планом работаем. Как он меня увидел? Или это он нам говорит? Ну, то есть мне. Ага, я понял. Ничего нового. Ясно. Тогда делаем так. Получается, я сейчас получу шабу, да? Но как-то будет связано с шипами, как я могу понять. Так, одно, один удар по мне есть. Отлично. Все? Сделали бы в виде арены. Плюс деньги, плюс деньги. Ну, в принципе, туда можно попасть, а ну-ка. Все изи. Или нет? Я не понимаю, зачем мне, если они могут цепляться. А, блин. В принципе, попытаться можно, но это очень тяжко. Типа как-то так. Ну да, это сильно. А я не пойму, а зачем мне тогда способность телепорта? Я понял. Большой демон. Нет, 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 нет. Найс.
Эй! Ну, в принципе, наверху что-то было. О! Куриное жилище. Ага. Окей. Оп. Ну вы поняли, тут нужно на точно попадать. Сколько кэша дали? Как-то я не заметил. Ау. Ясно, понял, принял. Идеально. Так, а что у нас, подождите, по... Ага. Это с помощью этой способности, да, имеется в виду? Получится дополнить больше золота. Насколько больше? После 50 ударов приемы... тратят половину выносливости. Фиг знает, фиг знает. Что здесь мне интереснее будет прокачать? ЛД комбо. Станет еще сильнее. Но понимаете, мне это не надо прокачивать, так как я получаю за счет просто дамага деньги. Ну фиг его знает, ладно. Так, увернись от удара и схватите противника, херня. Угу. Враги взрываются при уничтожении ударом. После 100 ударов прием не теряет выносливость. Восполнение. Зажать. Неплохая вещь, слушайте. Давайте, наверное, ее прокачаем. Ну, блин, сначала это вкачаю, а потом уже остальное. Вниз есть. Плевать. А ты когда-нибудь задумывался над тем, почему нельзя сделать повторный куриный удар? И знаешь что? Оказывается, можно. Да не расстраивайся, я тоже не сразу догадался. Ха-ха. Двойной куриный. Прямо в воздухе удар. Но только, видите, два можно сделать. Блин, мне все-таки нужны, наверное, деньги, чтобы я мог вас этого. Ага.
Да ёлы-палы. Я хочу, понимаете, я понимаю, что у меня есть два, но я хочу за один удар. Да я улыпала. Ладно. Ну, считайте, получилось. Так, перегревчик. Малёхи. Ну, легко. Ясно. Изи. Ну да, есть какие-то моменты тяжелые, но в основном это все легкое. Замечу, что здесь и темная есть версия этого места. А, я человеком точно не могу стать только. За каждое отбивание могу снова использовать. На заметочку. Камбэшка. Бля. Ладно, ждем восстановления. Вот, а теперь, скорее всего, и сюда можно попасть. Тут. Курица ниже просто не падает. О, капуста. Извини, но я так обожаю. Сил нет. То, что свои священные гуакамоле и ее нарезаю. Ты ее пробовал? Она очень полезна. Нисколечко не не надоедает. И никто не возмущается, если ее сюда добавить. Не хочу. Я не хочу. Как говорится, сгорел на работе. Оно зафризило и упал. Я что, виноват? О, нихера себе. Слышал когда-нибудь как Туарда? Как тут пожиратели кур? Он появился в
ходе эксперимента, когда с помощью темной магии пытались наделить растение сознанием. Его даже однажды вызвали в суд, но он сожрал своего адвоката. Теперь он бродит по скудным землям и охотится на кур. Мне осталась всего одна куриточка. Вот беда. Я типа живой куст, который притворяется человеком. Манай тут курочек. Ясно, понятно. Готово. А шапку мне так и не дали, да? Надоело летать, тварина. Ай. Боже. Бац. Ну, в принципе, денег у меня уже достаточно. Это как уже плюс один. Большой плюсик. Так, с этими цветами я все еще не знаю, что делать. Зачем полет, если тут можно допрыгнуть? Нужно будет способности еще прокачивать. Вот способности, я имею в виду вот эти барские. Хуан. Наконец-то явился. Я уже 100 лет тебя жду. Стой, я думал, ты разбил следующую статую. Нет. Люх, это у меня, а у тебя что-то там про голову. В общем, никуда я не пойду. Ты из-за замедленного измерения, что ли? Ты из измерения, где все злюки? Да. А если это я оттуда? Что тогда будешь делать? Побежишь жаловаться мамочке? Ладно, приятель, слушай меня внимательно. Повторять не буду. Плюх. Находится в воздухе, понятно? Понятно. Лягушачий плюх. Получил я. Может, теперь я как раз и могу... Нихера, я мне сейчас упаду, а ну-ка. Ну, хотя ладно. Ожидаемо. Это еще уловить момент нужно. Ну,
Так. Идеально. Так, там еще синий, да? Погнали, синего уничтожим. Так, это сюда. Так, немного дальше, да? А, нет, а мне, походу, нужна способность полета. Чтобы это сделать. Да ладно. Он замедляет мои действия. Прикольно. Манать 169. Ладно. Я на те же грабли наступил. Так. Я бы лучше получил дохерища. Очень многого получил бы. Так, ну нам, в принципе, туда, да? Ага. Вопрос, почему не сработало? Мне как и нужно подождать атаки. Блять, как это провернуть? Дело в том, что он не нажимает. Он сразу не нажимает.
Ясно, понятно. Вот снова. Почему нет? Что за хуйня? Подожди, я могу? Зачем мне еще здесь одна? Почему ты не работаешь, блядь? Ты можешь корректно работать? Все, я понял. Наконец-то. Ради чего? 400. Ради 400. Сильно. Где босс? Уже время для босса. Вчера там большой этот радиус. Готово. Да, курица намного быстрее бегает. Ха-ха.
бац. Бац, бац, бац. Бац. Еще очередная. Да иди ты в сраку. Я попал. Я же попал. Я очень далеко иду, но я скоро дойду. Why back? А я-то думаю, чего так тухленько пахнет? Что-то неважно ты выглядишь. О, чего, мой заклятый враг. Только что из измерения для безнадежных неудачников вылез. Да-да, как раз заговаривал там с твоей мамашей. Обойдемся без формальности, Чива. Мне твоя страшная мордашка нравится, но в этот раз победа явно не за тобою. Дружеский тебе совет. Не мешай, если не хочешь остаться без рожек да ножек. В этот раз все будет по-другому, хоть ты умер 23 раза. 24. 24. Учти, что Сальвадор играет с огнем. Да, у меня место в первом ряду, дорогуша. Только не говори, что тебе неинтересно увидеть своими глазами. Конец света? Начало новой главы. Мекси вселенной. А ты, смотрю, совсем умом тронулся. Как бы говорил старый козел. Ах да, Чива. Звонили из хромового наставника. Предлагали тебе оформить пожизненную подписку. Ах да, знаешь, звонили из твоего дурацкого журнала, спрашивали, будет ли ты продавать... Не слышит. Что это было? Я чихнуть хочу. Обсидиановый храм. Минуту. Мой секретный ингредиент для гуакамоле? Пожалуй, щедрая горсть кинзы, кориандра или китайская петрушка. Вообще-то, это одно и то же. Но если для тебя какого-то на вкус будет как мыло, значит оно просто недостойно моего великолепного гуакамоле. О, сейчас все-таки босс будет. Все, теперь можно и остальное все вкачивать. Осторожно. Не задень мою статую.
Ты это, прости, что наорал на тебя. Просто я уже который день бьюсь над этой скульптурой. Это моя лучшая работа. Я поставил ее всему хорошему, что есть в этом мире. Она символизирует торжество человеческого духа, несмотря на то, что живем мы в темные времена. Кого я вижу? Мой любимый ненавистный лучадор. Я знаю, кого я люблю и ненавижу даже больше, чем тебя. Сальвадора. Это неуклюжий. Нахал посмел меня оскорбить. А пламелики... Пламеликия... Такое не прощает. Давай я тебе покажу, как сделать из него отбивную. Ну, ладно, давайте. Посмотрим. Я научу тебя настоящему брутальному плюху. Что такое? А, прошел. Так, дальше. Ага. Так, так, так. Да блин, почему я сразу этот нажимаю? Давай, давай, быстрее. Раз, два, два. Опять, сука. Обычно, обычно так надо использовать. Великолепно. Недолет, пролет. Рано, да? Или что? У меня очко горит. У меня горит очко. Ясно, нужно просто дожидаться момента. Неплохо. Даже готов это признать. А теперь проваливай. $150. Он мне заплатил $150. Ни хрена себе. Короче, я понял. Обсидиановый храм у нас будет в следующей серии, ребят. А ну-ка, там что-то есть? Нет. Окей. Ну что, тогда я думаю... наверх. Я сохраняюсь, и мы на этом заканчиваем, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.